Hello, hello! So we are working with an intermediate level of English. Мы работаем с средним уровнем английского языка, изучаем English file intermediate, у нас quick test. So let's kick it off. The first, we have the example. У нас пример. My parents, мои родители, in China. Were born in China. Here we have the answer. У нас здесь есть ответ. Мои родители были рождены в Китае. Родились в Китае. Were born. Are born – это рождаются, как бы каждый день. Was born – это был рожден. I was born, he was born, she was born. Was употребляется с he, she, it или с I. Дальше, первое предложение. Anna's in the kitchen, she dinner. Анна на кухне. Смотрите, вы в русском языке говорите «на кухне», но в английском языке вы будете говорить «in the kitchen», потому что «in» показывает местоположение в середине, как бы в коробке. «In the box», «in the kitchen», «in the room», «in the dining room» и так далее и тому подобное. «In» в комнате будет «in». «Anna's in the kitchen, she dinner». Так, что она делает? Она, Anna's in the kitchen, она делает какой-то процесс, поэтому cooks это когда она каждый день готовит. Здесь is cooking самый лучший вариант. Will cook это приготовит, это будущее. We don't have to use future here. The second sentence. I to eat fresh vegetables, I don't like frozen. Frozen. Итак. I prefers нет, потому что prefers мы будем употреблять, когда, например, скажем, she prefers, она предпочитает, she prefers, или he prefers. Но здесь I, поэтому будет I prefer. Почему я проигнорировал I'm preferring? Потому что здесь глагол prefer не употребляется в продолжительном времени. Когда вы говорите о состоянии, о том, что мне что-то нравится, вы скажете не I'm liking, а I like. Есть, конечно, исключения, но здесь самый лучший вариант prefer. Я предпочитаю. I prefer to eat fresh vegetables. I don't like frozen. Смотрите, vegetables, слово vegetables здесь мы можем не повторять, потому что оно уже было употреблено раньше. Дальше, третье предложение. Today most people on junk food. Junk food это еда в Макдональдсе, то есть такая не очень качественная, не очень полезная, не очень healthy food. Today most people, сегодня большинство людей что делают? Правильно, они начинают сокращать свое потребление такой некачественной еды. Today most people cuts down. Cuts down точно не подходит. Почему? Потому что опять... Если он cuts, можно сказать cuts down. Cuts down on, it doesn't make any sense here. Today most, в нас здесь есть today, сейчас. То есть мы говорим о каком-то тренде, что сейчас наблюдается тренд. Действие происходит как бы в процессе. Поэтому today most people are cutting down on junk food. Is cutting мы не можем употребить, потому что people это множественное число. Если у нас множественное число, тогда мы используем are. People are cutting down. People are cutting down on junk food. Вот, cuts down это когда он. He cuts down, she cuts down. Но здесь множественное число, поэтому не подходит, потому что s стоит. И лучше здесь использовать present continuous. Is cutting down у нас здесь present continuous, но у нас опять же таки people это множественное число, поэтому мы используем are cutting down. Четвертое предложение. It's hot in here. Здесь очень жарко. It's hot in here. Жарко здесь. Open the window. Open the window. Здесь вопросительный знак. Обратите ваше внимание, обращайте всегда в конец предложения. Если у вас есть какой-то знак вопросительный, например, то это... смотрите, что это вопрос должен быть. It's hot in here. И дальше, какие варианты? Will I open the window? Shall I open the window? Or do I open the window? Смотрите, два предложения. Здесь жарко, и, наверное, вы кого-то просите
или просите разрешения открыть окно. Shall I open the window? Я могу открыть окно. Это вежливая просьба. Shall. Смотрите, если вы хотите вежливо попросить кого-то что-то сделать, или чтобы вы что-то сделали, используйте или shall I или could I. Можно здесь сказать could I open the window? Или shall I open the window? Просьба вежливая. Пятое предложение. He is swimming on Tuesdays. He is swimming on Tuesdays. Здесь у нас есть везде слово always. Смотрите, always goes, is always going, goes always. Помните, что always, often, sometimes, оно любит simple. Simple – это простое предложение, простое время. Present simple, past simple, например. He is swimming on Tuesdays. On Tuesdays – Tuesday – это вторник по вторникам. Здесь не имеется в виду конкретный вторник, здесь вообще по вторникам. So this action happens every Tuesday. So he всегда, always goes. He always goes swimming on Tuesdays. Is always going nonsense, потому что always здесь вообще не катит. Is always going present continuous здесь, у B, в варианте B. Но смотрите, когда у нас present continuous, so you want to emphasize that the action is happening right now. Хотите сказать, что действие происходит сейчас. Но здесь действие не происходит сейчас, оно происходит по вторникам, не прямо в эту секунду. Поэтому это present simple. Далее, шестое предложение. У нас здесь вопрос. Is there anything on TV tonight? Есть что-то по телеку сегодня вечером? B. I don't know. Я не знаю. I don't know. I'll look in the paper. I'm going to look in the paper. Или I look in the paper. Смотрите. Если вы принимаете решение в момент речи, вы используете will. То есть мгновенное решение. I'll look. Я посмотрю. I'll look in the paper. I'll look in the paper. I'll look. Will. Запомните, пожалуйста, что will вы используете, когда вы принимаете решение тут же, в момент речи. Звонит телефон, вы говорите I'll answer, я отвечу. В ресторане заказываете суп, I'll have some soup. Решение на месте. On the spot decision называется. Okay, so the seventh sentence, let's take a look. We the cinema on Saturday, would you like to come? We the cinema on Saturday, would you like to come? Что происходит? We the cinema on Saturday. Saturday. Здесь давайте посмотрим на Tuesdays, S-очка стоит, то есть мы имеем в виду вторники, то есть любые вторники, поэтому мы используем present simple. He always goes swimming on Tuesdays. Он всегда по вторникам ходит плавать, но здесь on Saturday, в субботу, то есть имеется в виду конкретная суббота. We the cinema on Saturday. Глагол у нас go, видите, везде go, will go to, are going to. То есть мы идем в кинотеатр в субботу. Would you like to come? Ты бы хотел пойти? Как мы здесь скажем? Если у нас это суббота, мы можем сказать как? We will go to the cinema. Мы пойдем. Нет, здесь will go нельзя сказать. Почему? Объясняю, потому что когда вы говорите will, употребляете will, это will, вилами по воде писано, потому что это не точно. То есть вы хотите что-то сделать, или вы говорите я это сделаю, но вы точно это еще не планируете, точно еще не знаете, это случится или нет. То есть маленькие дети могут сказать, что я буду космонавтом, I will be an astronaut when I grow up, когда я вырасту. But it's not sure. So, we'll go to doesn't fit here. Let's talk about B, go to. Go to. We go to the cinema on Saturday. Go to. So, here we have present simple. Это present simple. Это значит, что действие происходит постоянно. Постоянно мы ходим в кино. Но здесь не постоянно. В отличие от пятого предложения, где сказано on Tuesdays. Это постоянно по вторникам. Здесь сказано on Saturday, в субботу. То есть, имеется конкретная суббота.
Present simple не катит здесь. We are going. Это самый классный вариант. We are going to the cinema on Saturday. Мы идем в кинотеатр в субботу. Would you like to come? Ты хотел бы пойти с нами? Да? Would you like to come? Дальше восьмое предложение. My brother a job at the moment. Смотрите, когда у вас есть какие-то time expressions, часовые определители, вы обращаете внимание очень сильно на них, потому что они вам подсказывают, какое время употребить. At the moment – это сейчас. То есть my brother, какой глагол главный здесь, это have. Видите? Isn't having – не имеет, won't have – не будет иметь, doesn't have – не имеет работу в данный момент. Да? То есть мой брат без работы в данный момент. Мы говорим точно не о будущем времени, потому что won't have – это не будет иметь. Мы можем сказать «не будет иметь завтра», например. И my brother isn't having – это как бы процесс какой-то происходит, что my brother isn't driving a car at the moment. Мой брат не водит машину сейчас. Но здесь, опять же, это не действие, которое происходит прямо сейчас. Это состояние. Он без работы. У него нет работы. Поэтому самый лучший вариант будет my brother doesn't have a job at the moment. Мой брат не имеет работы в данный момент. Doesn't have. Кто-то имеет работу. Someone has a job. Someone doesn't have a job. Девятое предложение. I predict. Predict – это я прогнозирую. Я предсказываю, я вангую. I predict that you, ты или вы, marry, выйти замуж или жениться, someone rich and famous. Я прогнозирую, я предсказываю, что ты выйдешь замуж за кого-то богатого и знаменитого. I predict. Predict, смотрите, у нас есть are going, есть shall и should. Should, давайте начнем с should. Should вы используете тогда, когда вы говорите, даете кому-то совет. Например, you should stay in bed when you are ill. If you are ill, stay in bed. You should stay in bed. Вам нужно лежать в кровати, если вы заболели. Should, это следует. Дальше are going to. I predict that you are going. Are going to используется, когда вы говорите о ваших планах, что вы собираетесь сделать. Поэтому, если вы собираетесь что-то сделать, вы говорите I'm going to call Steve. Я собираюсь позвонить Стиву. I'm going to call Steve. Но здесь мы говорим не о том, что я собираюсь что-то сделать. Здесь мы говорим о прогнозах. Мы прогнозируем. Да, мы можем использовать are going to, когда говорим о прогнозах, но здесь мы должны видеть, что что-то уже начинает происходить. То есть вы видите, дерево начинает падать, и вы говорите the tree is going to fall, be careful. Дерево падает, осторожно. Но здесь I predict. Это я прогнозирую, что что-то в будущем, там ты выйдешь замуж, это за царя, это когда произойдет? Это не сейчас произойдет. Это в будущем, далеко в будущем. Может, произойдет, может и нет. Поэтому будет I predict that you will marry. You will marry. Здесь нет will. Я думаю, что это опечатка, потому что shall не употребляется, когда вы делаете прогноз. Но с прогнозами, такими далеко, дальневидными прогнозами, вы используете will. Вот здесь будет это will. Десятое предложение. We are about you at the moment, and we hope you'll be home soon. So, about you, о тебе в данный момент, at the moment. Не забываем, что нужно внимательнее смотреть на такие слова, как at the moment, and we hope you'll be home soon. И мы надеемся, о чем? We hope you'll be home soon, что ты скоро придешь домой. We are, и здесь у нас подсказка. Почему? Потому что we are, мы есть, we are, мы есть, но здесь не мы есть, а we are doing something. We are doing something. Здесь должен быть глагол с окончанием ing, потому что вы знаете, это intermediate level. You know that if you want to form present continuous, you have to use am is are and
you need to add ing to the verb. So we are believing, we are knowing, we are thinking. Мы верим, мы знаем, мы думаем. Ну, здесь I believe – это я считаю. I know – я знаю. Здесь believe и know не могут быть употреблены в present continuous. Но когда я думаю о тебе в данный момент, это будет I'm thinking. То есть я размышляю, я занят чем-то, я занят тем, что я думаю. I believe – это я считаю. I know – это я знаю. Это не процесс, это состояние человека. А здесь процесс – I'm thinking. Поэтому здесь будет thinking. We are thinking about you at the moment, and we hope you'll be home soon. Number 11 – the traffic's terrible. Traffic – это дорожное движение. The traffic is – то есть это всегда present. Это всегда третье лицо. Is the traffic неисчисляемое? The traffic's terrible. Ужасное движение. I miss the train. То есть вы смотрите, движение ужасное, и вы говорите, что I'm going to miss the train. То есть miss – это пропускать, не успевать. Вы видите, что исходя из обстановки, в которой вы оказались, вы пропустите этот поезд, вы на него не успеете. Поэтому здесь вы используете I'm going to miss the train. Go to – это точно не подходит. Will to – это когда вы делаете прогноз, что что-то произойдет. Вы можете сказать, я опоздаю завтра в 6, I'll be late, I think I'll be late. В основном will используется с такими словами, как я думаю, I think, I believe, I hope, perhaps, I'll be late. Но здесь у вас первое предложение вам дает подсказку, что сейчас вы видите, что движение ужасное, и поэтому вы уже точно знаете, что вы не успеете на поезд. I'm going to miss my train. I'm going to miss my train. То есть если вы говорите о будущем, делайте прогноз, исходя из ситуации, которую вы видите, сейчас она происходит, тогда вы используете going. То если все не так ясно, тогда вы используете will. Вы не знаете, что на самом деле произойдет, используйте will. Так, дальше. Это вопрос. We order some salad. Good idea. То есть здесь student A, maybe, or someone. Andrew makes a suggestion. Он делает предложение. Какое он делает предложение? Он спрашивает, может, закажем салат? И кто-то отвечает, прекрасная идея, конечно, давай закажем салат. So, как мы делаем предложение? Must we order? Должны мы заказать салат? Или will we order? Нет. Когда мы делаем suggestion, это называется предложение, там мы говорим shall. Shall we order some salad? Shall we order some salad? 13. Tom arrives on time. He's always late. So, here you have to be very careful. You have two sentences. Sentence 1 and sentence 2. Whenever you have the second sentence, you have to read very carefully. He's always late. So, that's the negative characteristic of Tom. He's always late. So, what are we going to use here? Tom never arrives on time, or Tom sometimes arrives on time. He's always late. If he is always late, it means that he never arrives on time. Not he often arrives on time, not he sometimes arrives on time, but he never arrives on time. This action never happens. Tom never arrives on time. He is always late. Number 14. Where are you going on holiday this year? Where, what? Here we have a question. У нас опять же такой вопрос. On holiday, на каникулы или в отпуск. Куда ты едешь в отпуск в этом году? Where? В этом году, this year. Это может быть нашей подсказкой. Если вы скажете, where will you go? Тогда вы не скажете, this year, в этом году. Куда ты поедешь? Where will you go on holiday this year? Здесь вопрос
о планах, то есть что мы планируем. Когда мы говорим о наших планах, нам нужно использовать или present continuous, настоящее продолжительное время, или going to, куда ты едешь, where are you going, where are you going on holiday this year, where are you going on holiday this year, are you going, present continuous, здесь настоящее продолжительное время, потому что вопрос о this year, об этом году, можно сказать также where are you going to go, но обычно говорят where are you going on holiday this year, куда ты едешь на каникулы в этом году, в отпуск. 15-е предложение, people's characters, запомните, что ch читается как кх, потому что это слово греческого происхождения, и в словах греческого происхождения ch произносится как к. People's characters. People's characters on their family background. То есть характеры людей от семейного бэкграунда. То есть что? People's characters — это как бы факт, что характер человека зависит от характера членов его семьи, да? People's characters, so that's plural, I could say are depending, no, it's not happening right now, depends, no, здесь s, поэтому characters множественное число уже не будет, и depend это самое лучшее, что может быть, depend, people's characters depend on their family background. 16-е предложение. What next weekend? Next weekend – это на следующие выходные. Next weekend. И как мы спросим? What do you do next weekend? Нет, потому что what do you do – это когда вы спрашиваете о present simple, не о future. Что ты… What do you do? What do you do? Если вы слышите этот вопрос о вашей специализации, кем вы работаете. What do you do? Но здесь next weekend, то есть нам нужно спросить о будущем. What will you do? Да, will — это будущее, но will — это вилами по воде писано. А are you doing — это уже вопрос о ваших планах. Более того, не просто о планах, а о том, что вы уже уверены, что точно будете делать. Что ты делаешь в следующие выходные? В русском языке вы тоже используете слово «делаешь» для того, чтобы спросить о будущем. Просто вы не будешь делать, говорите, можно и будешь делать, сказать, но также можно сказать, что ты делаешь в настоящее время в следующие выходные. What are you doing next weekend? Это are you doing показывает, что действие не просто план, а уже что-то более чем план. То есть вы сделали какие-то приготовления, знаете точно, что будете делать. Не планируете, а точно знаете, что будете делать. What are you doing next weekend? Что ты делаешь в следующие выходные? Кстати, next weekend мы скажем выходные, имея в виду субботу и воскресенье как два дня, и мы используем слово в множественном числе выходные, но они скажут weekend, имея в виду два дня, субботу и воскресенье, два дня, но здесь s-очки нет. Но если вы увидите weekends, тогда имеют в виду разные выходные, то есть эту субботу, например, и воскресенье, следующую, то есть разные дни, разные выходные. Эти выходные, next weekend, s нет, потому что для них weekend — это одновременно два дня. Так, думаю, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. 17-е предложение. I'm not speak to Jason anymore. Ну, здесь вы отказываетесь что-то делать. I'm not speak to Jason anymore. Разговаривать с Джейсоном больше. Я не собираюсь. Ну, здесь will вы уже не будете использовать, потому что I'm not will не употребляется, так вы скажете I'm not, и нужно глагол с окончанием ing, I'm not going to, я не собираюсь, I'm not going to speak to Jason anymore, я не собираюсь разговаривать с Джейсоном.
Смотрите, если вы хотите поставить going, знайте, что I'm not going speak, это нельзя так говорить. Нужно обязательно сказать I'm not going и поставить to. Делают ошибки здесь. Be выбирают, нет. Естественно, нужно сказать I'm not going to speak to Jason anymore. Я не собираюсь с ним больше говорить с Джейсоном. 18-е предложение. Смотрим. She eats meat or fish. She's a strict vegetarian. Опять же, смотрите. We have two sentences. У нас два предложения. Первое предложение и второе. Второе, если у вас такие ситуации, что у вас два предложения, смотрите внимательно второе предложение. Оно будет иметь ключ к первому предложению. She eats meat or fish. She's a strict vegetarian. Strict означает строгий. Так как в слове, например, strict, давайте напишем strict diet. Strict diet – это строгая диета, например. Strict vegetarian – строгий вегетарианец. Поэтому, если человек строгий вегетарианец, и у нас есть eats meat or fish, мясо или рыбу, тогда это какое-то отрицательное предложение. She often – это неправильно, потому что тогда у нас, если мы скажем, он часто ест рыбу и мясо, получается, какой же он строгий вегетарианец. She never, никогда, sometimes – это иногда. Если sometimes, то тогда strict не подходит, потому что строгий вегетарианец. Какой же строгий из него вегетарианец, если иногда он ест, кушает мясо или рыбу. Поэтому будет never. She never, точнее, она. Она никогда не ест. She never eats meat or fish. Number 19. How many cups of coffee a day? A day, смотрите, запомните это словосочетание. A day, это означает в день. Не in a day, а можно просто сказать a day. How many cups of coffee? Сколько чашек кофе? Do you drink a day? Are you drinking a day? You drink a day. Здесь мы спрашиваем о привычках. О том, что происходит часто, иногда. То есть это будет present simple. Поэтому are you drinking не подходит, потому что это present continuous. You drink не подходит, потому что у нас вопрос. And we have to form a question correctly. If we use present simple and we make a question in present simple, we have to add do. How many cups of coffee do you drink? How many cups of coffee do you drink a day? So that's the correct answer. Это правильный ответ. 20-е предложение. What? Вопросительное слово. Это у нас вопрос. Видите, вопросительный знак. What when you finishes university? Смотрите, когда ты закончишь университет. Здесь условное предложение. When – это то же самое, что if, в принципе, когда, когда ты закончишь университет, finishes. Закончишь не will finish, здесь будет нет. Почему? Потому что после if, после when, после всех этих слов, которые вводят условие, не используется будущее время. What is he going to do? Что он собирается делать? What does he do? Что он делает? What he does? После what нам нужно использовать вспомогательный глагол. Это будет или does, или is. Что здесь будет? What does he do? Это вообще, что он делает. Но мы спрашиваем о чем? Когда мы спрашиваем это, мы спрашиваем о планах человека. Что он собирается делать после того, как закончит университет? Это вопрос о планах. Здесь нужно тогда сказать What is he going to do? What is he going to do when he finishes university? What is he going to do when he finishes university? So this one. Okay, now vocabulary. Tick A, B or C to complete the sentences with food words. We are going to talk about food. Мы будем говорить о еде. We had grilled chicken, курицу гриль, and vegetables for dinner last night. Первое. Beetroot – это свекла на русском. Beetroot and cabbage – капуста. So beetroot and cabbage are types of vegetables, fruit, meat.
Это не мясо, это не фрукты, это vegetables, овощи. Beetroot and cabbage are types of vegetables. Number two. I love seafood, especially seafood. Если вы не знаете, запишите это слово. Это означает морская еда. Я люблю морскую еду, особенно duck. Chicken, no. Prawns, prawns, креветки. Prawns, еще говорят shrimps. Prawns. Дальше. Food that isn't cooked is boiled, raw, fried. Еда, которая не приготовлена, она какая? Она сырая. Сырой будет raw. Сырой. Raw, как сырой формат файлов. А number four. Can you pass me the... Pass me, классное слово. Can you pass me the... Papapau, milk, please. А здесь tin – это консервная банка, jar – это банка, просто банка молока или глечик молока. И cotton – картонная коробка. Здесь, в принципе, можно сказать и jar, и cotton, потому что если вы просите кого-то передать банку молока, тогда can you pass me the jar of milk, please? Но, наверное, так редко бывает, что вы просите и вам сразу так 3-литровую банку молока передают. Лучше сказать cotton, это картонная коробка молока. Can you pass me the cotton of milk, please? So the fifth sentence, this curry, chicken curry, да, приправа, this curry is really pa-pa-pa. It has lots of chilies in it. Chilies – это перец острый. То есть это curry, this curry is really fresh, свежий. Нет, потому что нам что-то нужно сказать, чтобы подчеркнуть, что куча очень чили много. Raw, сырой. Нет. Spicy. Yes, spicy. Острый. Spicy means острый. Number six. We don't like that restaurant because the service isn't fast, healthy, delicious. Ну, мы говорим о обслуживании. Обслуживание isn't healthy. Не здравое. Нет. Isn't fast. Не быстрое. Isn't fast. Number seven, I don't want to cook tonight. Сегодня я не хочу готовить. Let's get a... Давай возьмем from the Chinese restaurant. То есть давай возьмем что? Diet, диету, нет, takeaway. Takeaway – это еда на дом. Запишите это слово, если не знаете. И food – еду from the Chinese restaurant. Ну, можно взять еду, конечно, с китайского ресторана. Но правильный ответ здесь будет takeaway, потому что takeaway как раз это слово... подразумевает, что вы еду где-то заказываете и вам на дом привозят, или еда с собой. Take away состоит из двух слов: take — брать, и away — куда-то, да? Take away — забрать еду. Дальше B. Here you have to tick the correct words for the definitions A, B or C. And here we have a definition. Definition — это определение. Если вы не знаете, запишите это definition — определение. A woman who marries someone with children. Как называется женщина, которая выходит замуж за кого-то, у кого есть дети? То есть она будет stepmother. Stepmother, мачеха. Stepmother. Следующее. Your grandfather's или grandmother's mother. Кто будет... приходится мама вашей бабушки или вашего дедушки. Это будет не бабушка, не дедушка. Так, mother. То есть это будет бабушка. Какая? Прабабушка. Прабабушка. Точно не great-grandfather. И не grandmother. Потому что это grandmother. Это бабушка. Будет great-grandmother. Пра будет great у них. Great-grandmother. Девятое предложение. The number of people born every year. Количество людей, которые рождаются каждый год. Как называется? Иногда, не иногда, а очень часто делают эту ошибку. Пишут birth number. Но это неправильно, потому что... Ну, смотрите, давайте посмотрим варианты. Вариант A. Birth number. Birth number. Количество рождений. Birth amount. Amount — тоже количество. И birth rate. Но здесь будет birth rate. Как я, если вы слушаете песенку, у вас песенка имеет какой-то битрейт. Там 256 килобит за секунду, 192 килобита за секунду. Это bit rate. Да, rate. И уровень
рождаемости в английском языке будет birth rate. Так само уровень смертности будет death, это смерть. Death rate, уровень смертности. Death rate. Запомните это, пожалуйста. Дальше, десятое. Description, описание. Запишите слово, если не знаете. Description of a family who keep in touch. То есть, как описать семью, которая keep in touch. Как это назвать? Они общаются друг с другом and help each other и помогают один одному. Close, закрытая семья, near, близкая семья или open family, открытая семья. Ну, на самом-то деле будет close family, потому что здесь я сказал это закрытая семья, но close имеет еще другое значение, это close близкий, close friend, например, это близкий друг, да, close friend, не обязательно закрытый. Так, close, close family, close family. Let's continue. Number 11. Competition between two people. Соревнование между двумя людьми. Например, между братом и сестрой. Attitude. Rivalry. Rebellion. Attitude — это отношения. Могут быть хорошие отношения, плохие отношения. Неважно. Это attitude — отношения. Rivalry — это соперничество. Rival — это соперник. Rival. Rival, вот так пишется, rival, соперник. И rebellion, rebellion — это восстание, какой-то мятеж. Ну, понятно, будет rivalry, соперничество между двумя братьями, двумя сестрами, тремя и так далее. Rival, соперник. Так, дальше, 12. Relatives who aren't immediate family. Смотрите, в английском языке есть такое понятие, как immediate family, то есть семья, с которой вы живете в одной квартире. Это immediate family. Папа, мама и дети, например, или бабушка, дедушка, если они есть. И они живут вместе. Дальше вся другая, тети, дяди, там, кузины, кузены, все это будет close family. Мы уже определились, что это тесная семья. Step family. Step означает как бы мачеха или что-то такое. Отчим step — это step. Это на шаг в какую-то сторону, в левую. Extended family. Вот, это правильно. Extended — расширенная семья. То есть, как extended version, расширенная версия Windows. 13-е предложение. 13-й вопрос. 13-й. A child without brothers and sisters. То есть ребенок, который не имеет ни братьев, ни сестер. An only child, a single child, a one child. Здесь, в принципе, делают ошибки на ура. Пишут a single child, потому что single означает единый. На самом деле нет. Правильный ответ — an only child. Почему? Потому что они используют именно этот термин, не a single child, а an only child. A single child — как бы остался в школе только один единый ученик. Only a single person, a single student remained at school today. A one child — это вообще не так, потому что a уже означает one, то есть one и a — это как бы масло масляное. Просто an only child, an only child — единственный ребенок в семье, an only child. Дальше, your sister's or your brother's daughter. Daughter — дочь вашей сестры или дочь вашего брата. У вас есть сестра, у сестры есть дочь, да? Это будет, если мы говорим о дочери, daughter, смотрите, daughter — это будет племянница, правильно? Niece, как niece, yeah. Niece. Nephew — это племянник. Nephew or nephew. 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 Запишите, племянник — nephew. Niece — племянница. Cousin — это двоюродный. Кузен, кузин. Кстати, cousin — это трудно сказать. Это брат двоюродный или двоюродная сестра.
одно слово и для брата, и для сестры. Дальше. Tick the opposite adjectives A, B, or C. То есть вам нужно противоположные прилагательные тикнуть. Generous. Щедрый. Bossy. Bossy – это тот, кто любит командовать. Mean – скупой. И spoiled – испорченный. 15. Stupid. Stupid – дурачок. Stupid – дурной. Clever. Clever – разумный. Reliable – надежный. Sensible. Sensible – это такой практичный, рассудительный. Sensible – то есть здравый ум в него. So, stupid – clever. Дурной – умный. Clever. Clever – умный. 16-е предложение. Вопрос 16-й. Talkative – balabol. То есть тот, кто постоянно разговаривает. Talkative – у нас есть quiet. Quiet – тихий, и ти на т оканчивается. Тихий оканчивается на т. Тихий в русском языке начинается на т, а в английском заканчивается на т. Почему я говорю это? Потому что есть еще слово, которое так же само пишется, но чуть-чуть другое означает. Точнее, quite. Quite. Это означает quite. Довольно. Quite interesting. Довольно интересный, например. Quite interesting. Quite interesting. Итак, talkative, bossy. Тот, кто любит командовать. Moody, человек настроения. Talkative и quiet. Quiet. Дальше, 17. Self-confident – это уверен в себе. Self-confident, selfish, shy, jealous. Jealous – тот, кто завидует или тот, кто ревнует. Self-confident – уверенный. Нет. Selfish. Selfish – это тоже, что self-confident, то есть эгоист какой-то. А shy – это застенчивый. То есть здесь правильный ответ – shy. Еще раз мы ищем противоположности. 18-й вопрос. Honest. Honest – it means честный. Inhonest, unhonest, dishonest. Ну, здесь, если вы не знаете, запишите это слово dishonest. Dishonest – это означает нечестный. Hardworking – тот, кто работает в поте лица, очень трудолюбивый. Moody – это человек с сменным настроением. Lazy – ленивый. Sociable – общительный. Hardworking – противоположность будет ленивый. Lazy. Patient. Что меня удивляет, не все люди знают слово patient. Patient – это означает терпеливый или пациент. Patient. Patient – терпеливый. Как будет? Impatient будет. Не inpatient, а impatient. Есть такое правило, которое не всегда действует. Это когда у вас BMP, BMP. Слово начинается на BMP или на B, или на M, или на P. Тогда вы используете im. Prefix im. Patient, impatient. И дальше. Pronunciation. Pronunciation. Здесь у вас есть выделенные буковки. Van, tram, lane. Van, air, tram, air, lane. Здесь I, E, дифтонг. Поэтому это лишнее слово. Нужно выбрать лишнее слово. Crab. Crab, salmon и prawn. So, crab, salmon, a, crab, sa, salmon и prawn. Здесь будет prawn. Prawn. Prawn – это креветка. Креветка. Так, что я ищу? Вот, все, нашел. Дальше. Chicken и chi, chicken, diet, da, a, i, diet, diet и fish. Здесь будет diet. Дальше fried, fried, жареный, fried, grill, grilled, spicy, fry, fried, spicy, grilled лишнее, потому что здесь I, fry, spy, I, здесь gree. Дальше beef. Long sound e. Beef. Beans.
pair. So the odd word is pair. The next number 5, lamb, grape, baked. Здесь будет lamb, потому что широкий звук a. И последнее, нужно ударение правильно поставить. So the first, delicious, delicious, delicious и delicious, delicious. So be delicious, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yum, yum, yum. Delicious, вкусный. And number 7. Relative. 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 So the first syllable is stressed here. Stepfather. Здесь очень часто делают ошибку. В этом слове stepfather. Первый слог под ударением. Stepfather. 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 Stepfather, делают B, ставят. Нет, stepfather. Stepfather, первый слог под ударением. Дальше девятый вопрос. Vegetable, 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 vegetable. So the first syllable is stressed. И последний вопрос. Grandparents, 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 grandparents. Grandparents. Опять ударение делают C, иногда ставят. Нужно ударение поставить на первый слог. Grandparents. Grandparents. Так. Итак, на сегодня все. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставим лайки, делимся с друзьями, подписываемся на канал. И если будет много просмотров, будет и следующий выпуск. English File Intermediate Quick Test. So, thank you very much. See you. Bye.